Привет всем. Ну, вы поняли, да? Шило в одном месте не утаишь, не в мешке, я в другом месте. Короче, это эксперимент, как всегда. Облачил я свой многострадальный Canon вот в этот саркофаг из пенопласта экструдированного. Получился такой кирпичик. Как эти все сэндвичи скреплять, пока есть пару мыслей только. Ну, чтобы понять вообще, стоит ли оно того, я смотал, конечно же. Ну, как без изоленты в нашей жизни или скотча. Весь в этом нафиг пенопласте. А почему это вообще все происходит? От скуки, конечно, потому что человеку надо работу. Работа моя застряла в городе Киеве. Я тут недавно посмотрел новости наши украинские, очень интересные. Дональд Трамп зарабатывает в год 400 тысяч долларов. А как вы думаете, сколько зарабатывает официально начальник Укрпошты? 950 тысяч, не гривен, в год, долларов тоже. То есть два с хвостиком Трампа. И поэтому теперь посылки ходят в 4 раза дольше. Наверное, это какая-то зависимость. В общем, короче, седьмой день на таможне торчит это несчастное зеркало от Sony в Киеве. Оно прилетело 10 числа, в начале 10 числа, ночью, можно сказать, 10 числа. А сегодня у нас, по-моему, 16, если мне не изменяет память. И когда я им позвонил и сказал, слушайте, а где посылка? Сколько там можно растамаживать? 60 долларов. Ну что они сказали, а у нас по новому регламенту 10 дней. Супер. Ладно, черт с этим всем. Действия каковы мои? Я сейчас ничего тут, ну я так прикинул, что оно будет работать. В принципе, ну на этом несчастье моем. Понятно, что на большом телескопе оно тем более будет работать. Из недостатков сразу скажу, что это парусность. Но по весу вообще практически ничего там. Ну грамм 100 добавилось. Сейчас я все подготовил. Внутри камеру я уже включил он. Выставил мануал. И если так все оно пойдет, останется только одно. Я хочу купить термодатчик и вот сюда вывести его, вот в батарейный отсек спрятать его. Ну и здесь вот сечь температуру, которая внутри начнет развиваться. По моим подсчетам, где-то надо с полчаса включать пельтье заранее, чтобы там что-то оно охлаждалось. Не знаю вообще, охладится ли, будет ли это какое-то, ну, что-то улучшение. Ну, по идее, будет, потому что мы корпус с вами камеры изолировали, теплоизолировали. Каким-то образом там холод должен накапливаться. Да, конечно, это не те ящики, которые строят люди, куда вентилятором запихивают холодный воздух. У нас, так скажем, пассивное. Поэтому пришлось камеру вверх тормашками поставить. То есть вот это донышко камеры, а здесь верхушка. Ну, изображение будет перевернуто. Ну, в космосе нету верха низа, поэтому бог с ним. И со временем я, как сказал, хочу этот термодатчик поставить, и вот чтобы не мотать там полчаса, час, 30 минут, 10 минут. А вот здесь я знаю, какая-то температура достигается, при которой я, ну, решаю, что можно начинать снимать. Сейчас я где-то полчаса дам ей посвистеть, этой фигатории всей. Сделаю пару кадров в APT, посмотрю на температуру. Вот, и сравню с окружающей дельтой, я же знаю, на что она способна. Как, что было до того как. И приму для себя решение, стоит ли оно того, чтобы вот так вот как-то там дальше уже облагораживать ее, там углы делать кругленькие, что-то из нее такую вытачивать, какую-то лялечку. Или, мать его, все это разобрать нахрен и забыть, как страшный сон. Вот такие вот пока у нас с вами заботы. Ну а что из этого произойдет и произойдет ли... Я, конечно же, вам расскажу. Короче, где-то полчаса прошло. Я так думаю. Мы попробуем с вами сделать пробный кадр. И будем делать их с каким-то промежутком времени. Сейчас подключим наш фитерепират. Опс. О, фотоаппарат включился. Слава богу. А то если бы я забыл там рычажок нажать. Я бы сейчас матерился сильно громко. Так, запустилось. Теперь, значит, включаем свой APT Tool.
Сейчас попробуем сделать первый кадр. Посмотрим. За полчаса что получилось. Потом еще подожду полчаса, еще сделаю такой же кадр. И таким образом я увижу, я температуру гоню вниз или уже ничего не меняется. На каком-то этапе оно, я пойму, что там, допустим, ничего не меняется. Ну и для себя в будущем буду знать, что сколько надо времени выждать, чтобы начинал, ну, начали мы с получаса. Так, возьмем мы свой edit, посмотрим какой-нибудь new. Ну, возьмем пока вот по 120 секунд, как для этого трекера, даже 180 не буду брать. На 120 секундах, ну, чтобы не так долго ждать. 800. Паузу мы никакую не установим, там, ну, допустим, ладно, 20 секунд. Каунтов сделаем 2 кадра, хватит. 2 кадра прогоним, час, полчаса еще подождем, еще сделаем, ну, и таким образом поймем, куда мы движемся и движемся ли куда-то. Так, все, здесь у нас все закрыто. Все, и стартуем. Да, все закрыто. Опс, сработало гравицапа. Хорошо. Ну, ждем 120 секунд и посмотрим его температуру. Но у нас сейчас с вами... Ой, сколько? 8 градусов. Тепло сегодня. Ну и вчера было не холодно. Январь месяц, 16 января, Одесса. Я смотрел записи за прошлый год, где-то там 8 января. Что-то я там распаковывал, или лобзик, или шуруповерт. Получил посылку и иду по снегу 8 января 2019 года. Сейчас весна, травка зеленеет, ну, короче. Так, гравицапа наша шуршит. Ну, посмотрим, короче, как оно пойдет. Самому аж интересно. Так, тут у нас уже 110, 111 секунд, 112. Вот сейчас первый кадр появится. Ну, и вот здесь вот в этом низу, вот здесь вот вожу мышкой. Вот он сработал. И, а что, температуры нету? Ну да, пауза пошла. Так, сегодня у нас что? Да, 16. Вот оно. Вот оно. Вот кадр. 7 градусов, господа. Это я уже вам скажу, что дельта 0. Ну, там 8, здесь 7. При 2 минутах. То есть я могу вам сказать, что это уже хорошо. Может, я просто раньше времени радуюсь. Но то, что я пока вижу, мне нравится. Так, это мы не будем закрывать. Сейчас нам еще осталось, ну, еще минута второго кадра. Потом еще подожду где-то с полчаса после этой съемки. И запалю еще, посмотрю, будет ли падать. Так, ладно, вот оно уже сейчас сработает. Сработало. Ага, вот появился наш кадр, но почему-то 7 градусов вторая экспозиция, а первая экспозиция не отразилась. Ну, может, там что-то меряет он, фиг его знает. Еще интересно было бы... А, нет, уже 9 градусов. 7, 9. То есть оно повысилось. Но на плюс 1 градус от окружающей среды. Но повысилось. Но все равно идет вровень с... Ну, то есть дельта 0 можно считать. Хорошо, мы сейчас... приостановимся, вот как оно есть. Я еще подожду, сейчас 12:40, я еще, ну, где-то через полчаса я вот повторю вот этих 2 кадра. Я хочу все ж таки дельту, ну, хотя бы минус 2-3-5, ну, такое вот, конечно, было бы идеально, но это навряд ли возможно. Почему? Потому что у нас с вами пассивная система все-таки охлаждения. У нас холод распространяется по мере того, как накапливается. То есть нету механики, которая вдувает и делает проток воздуха. Поэтому здесь особого чего-то ждать не следует. Но в любом случае это уже дает свои хорошие результаты. Стабильные результаты. Я вам скажу так. У нас мы снимали, когда конскую голову было на улице, доходило до минус 8, по-моему. Да.
А кадры у нас шли плюс 1, плюс 2, плюс 4 на 180 секундах. То есть, по сути, это было дельта плюс 10, ну, в среднем 10 градусов, 10-9 градусов от окружающей среды. Так он и работает, вот работал. То есть сейчас мы, получается, как бы вошли в, ну, вот температура окружающего воздуха там будет, грубо говоря, 0 градусов, он, допустим, должен быть 0 градусов. Хотя бы так, хотя бы так. Ну, так я хочу, а там как получится. Да, кстати, я все забываю поблагодарить своего тезку Сергея. Ну, вот больше ничего, Сергей. Ну, Сергей, если ты меня слышишь, огромное тебе спасибо за донат благодарности. Я туда, честно говоря, редко захожу, вот в эти все донаты. И потом, как ребенок, захожу, говорю, ух ты! Так вот, ух ты! Ну, в общем, короче, ух ты! Спасибо огромное, приятно. Это, ну, другой ресурс, там просто мне проще и легче, потому что все конвертируется в гривну, независимо от того, в какой валюте платит, донатирует человек. И, ну, как бы меньше потери. И тому, кто платит, и тот, кто выводит. Ну, выводить там пока особо нечего, потому что там до определенной суммы надо накапливать. Но сам факт. Спасибо огромное Сергею за донат благодарности. Так, у нас прошло, ну, полчаса, условно говоря. Быстренько успели кофе даже попить. Так, и мы с вами делаем еще маленькую одну серию. Стартуем. Бабах. Градусник ползет. Где сюда? Вот видите, такая полосочка, она увеличивается, увеличивается. То есть вот ну, 50%. То есть первый кадр. Потом, когда второй кадр, эта полосочка такой увеличивается. Вообще программка классная. Тут куча всего непознанного. Если ее читать внимательно, то она очень функциональна. И даже вот не жалко там 18, там 19 евро, чтобы с ней начать по-взрослому работать. Тут и подвижки, ну вот по HD статус, вот это она отражает, когда ты подключаешь по HD гайдинг. Особенно, ну, для тех людей, у кого вот полноценные монтировки, вот эти в гирах настройки, тут, ну, вот практически тот же Якумод прячется. Так, что у нас? Идем сюда. Опа, чат 10 градусов. И что это было? Ну, значит, это говорит вот о чем, ребята, что полчаса более чем для того, чтобы оно пришло в какую-то, ну, скажем, свое равновесие. И, ну, час ее как бы охлаждать, потом начинать съемку бесполезно. То есть оно, в принципе, вот то, что показывает. Вот почему я хочу этот термометр хоть в батарейный отсек запихать, хоть, ну, вот куда-то внутрь корпус камеры, потому что вот это уже будет, ну, правда-правда. Здесь же я подозреваю, что эти градусы, они несколько, ну, вы понимаете, да, то есть я, ну, может быть, и точно, я буду только рад этому, если я запихаю туда термометр электронный, и эти цифры будут совпадать. Но мне что-то подсказывает, что это не совсем так. Потому что все равно интересно знать вот эти, ну, шумы, при каких градусах там, ну и так далее. Вот. Здесь же это все, вот иногда бывают такие вещи, я просто стер предыдущие наши файлы, ну, перенес их на флешку, которую мы снимали. Может, и не стер, сейчас посмотрим. А, 14-го же мы снимали. Да, вот, не стер. Вот смотрите, мы тоже начинали тогда с вами, ну, было ну, там немножко было поменьше температура, где-то 7 градусов, да, там 6-7. Ну, вот оно шло вначале там 10, 12, 12, 13, 14, потом вышло на 14 какое-то равновесие. Потом мы увеличили выдержки, ну, продолжительность, даже на 120 секундах. Оно стало потом 15, потом вот какие-то идут непонятные вещи. Вот идет 15, 15, 15, потом блымс, 12, 15, 15, там может быть опять 12, вот допустим. То есть я подозреваю, что это все-таки что-то с протоколом экзиф, и как он меряет температуру, где он там ее снимает, хрен его знает. Поэтому я хочу градусник, потому что градусник — это уже физическая величина, которая, ну, плевать мокрыми слюнями на вот эти циферки. Потому что такие скачки, они настораживают. Ну, не может быть там с какого-то хрена целых 3 градуса лепс и упало. Ну, к примеру, да? Вот, и вот. Сейчас, о, подошел второй кадр. Сейчас он тут вот у нас, опс, есть.
уже 12 градусов. Ну, понятно, что саркофаг что-то меня не радует. Выкидывать мы его я не буду. Я его оставлю. Вот как появится возможность заказать, приобрести эти все градусники, там еще кучу всяких мелочевок по этим всяким электронным паяльным делам, придет, и вот тогда я еще раз повторю. Это ну вот, собственно, вы все видели. 7, 9, 10, 12. И пошло, скорее всего, что оно будет расти, это 12. 12. Ну да, здесь 8 как было, так и есть. Короче. Ничего не поменялось. Мы можем ради хохмы сделать, сейчас я сделаю ей 180 секунд. Вот здесь вот. 180. Сделаю даже, черт с ним, ну вот здесь на 180 я сделаю до 30 паузу. Ой, 300 нарисовал. Вот, и там добавим сюда. И вот сейчас мы его немножко раскочегарим с вами. То есть пусть пройдет еще раз 120 секунд, два кадра, и 180 секунд тоже пусть пройдет. Вот. И сейчас вот посмотрим эти градусы здесь уже. Они здесь добавятся у нас. Ну вот, прошла вот это наша 4 кадра всего. И вот результаты, которые не радуют. 12, 12, 14 пошло. На, еще на 120 секундах заканчивалось 14. На 180 14, 15. То есть практически... Вот никакой разницы я не увидел по сравнению с открытым корпусом. Вот, поэтому те, кто рассказывает мне, что надо его изолировать, и тогда будет счастье, ну, в данной конфигурации я не вижу в этом смысла. Вот как Бог меня миловал, что я не стал сильно тут вот это все приводить в какой-то конечный завершающий вид, потому что возиться просто попусту было, да и все. Поэтому что с этой изоляцией, что без этой изоляции, в данном случае, вот вы все сами видите. Ну, таков итог, таков итог. Да, можно сейчас ради, ну, как бы совсем уж чистоты эксперимента попробовать его перевернуть кулером вниз, ну, как он был тогда. Но по логике вещей, все-таки кулер наверху, он более должен быть эффективным, чем кулер внизу. Так мне кажется, потому что холод вниз идет всегда. В холодильниках у нас вверху испаритель, и нижняя полка всегда холоднее, чем верхняя. Поэтому здесь, по идее, то же самое должно быть. Ну, я это перевернуть. Единственное, что я хочу, мне интересно померить сейчас будет, это ток потребления. Так... Здесь просто разрыв цепи. Втыкаем наш тестер. Чтобы вообще понять, на что он способен. Ну вот, 1 ампер всего он жрет в час. Потребляет. Вообще ни о чем. 12 вольт, 1 ампер. Это 12 ватт он всего мощность имеет. Это просто слабый этот самый пельтье. Поэтому, собственно, и результат. Сюда надо хотя бы, чтобы он жрал 2 ампера. Тогда, ну, в два раза повысим уже. То есть надо другой элемент пельтье посмотреть. И, ну, и вентилятор поменять заодно. Вот так я его поставлю нафиг. Я потом буду раскручивать, потому что... Чтобы его сейчас раскрутить по-правильному, ну, в смысле, перевернуть, там же я кольцо это перекрутил, это надо это все расфигачивать, и мне в облом это все, честно я вам говорю. Поэтому я его вот так вот поставлю, вентилятором вниз, еще раз прогоню. Фиг с ним. Гулять так гулять. Ну, мои ставки, что нифига не поменяется радикально.
Короче, что в лоб, что по лбу. Вот начали с 11, 12, 14, 15, ну и то же самое, 15 и здесь было. То есть там мы делали перерыв между вот этими тремя кадрами, вернее, да. Между вот этими первыми двумя мы сделали еще здесь полчаса. Он выдал 10 градусов, 12, 12, 14, 14, 15. Потом перевернули его, сделали то же самое, 11 вот этих вот, первый кадр, полчаса вот здесь разрыва. Здесь уже без разрыва я пошел, опять же 15. Это говорит о том, что физически просто не хватает мощности самого охлаждающего элемента. Ни больше, ни меньше. Вот, потому что он просто не успевает охладиться, даже вот этих там паузы, которые мы делаем здесь. Вот, поэтому пельтия, прежде всего пельтия. Вот. Больше ничего. Короче, я не расстроен, потому что в любом случае это ответы на вопросы. Мне это еще закралось сомнение еще на съемке вот розетки, потому что температура ожидаемая и та, которая была, у меня начала вызывать вот эти вот вопросы, и я решил, ну, как бы по свободному времени, вот когда пасмурная погода, с этим попробовать разобраться, и, собственно, вы все видели. Выводы делаете тоже сами, оно вам надо или нет. Ну, а я с вами как прощаюсь и надеюсь, что скоро придет мое зеркальце. Свет, мое зеркальце, скажи! И мы немножко еще займемся фотографией. Всем пока, до новых встреч!